два глагола нам нужно сейчас, да, два склонения. Вот этот S, да? Эль S, он есть, да? Нам надо будет ellos y ellas, son. Они есть, да? Они есть. Запомните, S и son. Они, S, L, да? Он. Хорошо. Вот, допустим, вот этот глагол. Вот этот глагол, как это получается дальше? Ага, вот это. Например, первое слово это кафе. 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 Да? Кафе. Так будет писать. Кафе. Красивое такое слово. El кафе. Вкусное, красивое. El кафе. El кафе. El кафе. А какой вот этот L мы сейчас мы узнаем. Пока. El кафе. Кафе, да? El кафе. Хорошо, мы сейчас узнаем для чего. Дальше. Следующее. Вот здесь, допустим, это будет los macarrones. Macarrones. Los macarrones. Los macarrones. Los macarrones. Macarrones. Los macarrones. Los macarrones. Los macarrones. Los macarrones. Los macarrones. А вот этот. La. Как это читается? Cerveza. Ага, la cerveza. Да, и там, и там. La cerveza. 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 Ага, точно. Ой, ага, так дальше. Ладно, это розы, но я скажу, хочу сказать. Los tulipanes. Los tulipanes. Los tulipanes. Да, tulipanes. Los tulipanes. Ага, los tulipanes. Perfecto, muy bien. Это будет las pirámides. Las pirámides. Las pirámides. Точно. Pirámides. Las pirámides. Зачем это я говорю? Как я спрошу, откуда кофе? А, вот так, и здесь есть подсказка, да? Слата, давай попробуем. De donde es el café? Да, видим, что es, потому что el café это же он, да? Правильно? Не обязательно сказать de donde es él, да? Он, а? Просто меняем. De donde es el café? Откуда кофе? Да? А как сказать кофе из Колумбии? Ну, Анатолий, попробуем. Кофе из Колумбии. El café de Colombia. Глагол, а глагол куда? И есть из Колумбии. El café es Colombia. De Colombia, да? De Colombia. Обязательно нужен этот глагол. Глагол это самый важнейший всех этих слов. Допустим, а здесь, да, мы говорили о том, что вот этот. Здесь на испанском языке местоимение он нужен для того, чтобы понять, да, какое склонение. Но когда мы общаемся, я могу сказать, да, как я говорю, я Фред. Как я говорю обычно, я Фред. Не. Yo soy Fred. Правильно, молодец, правильно. Yo soy Fred. Но я могу сказать следующим образом. Просто soy. Soy Fred. Да? Можно и так. Но никогда не могу сказать вот этот. Не могу. Это нельзя. Это то же самое, как Тарзан. Это если я кушать, я танцевать, я вот так и звучит примерно, если я скажу yo Fred. Обязательно должен быть yo soy Fred. Оно может быть, да, или просто. Оно может быть вот так, но никогда нельзя вот так. Нет, нельзя. Никак. Поэтому еще возвращаемся туда. И то же самое везде, да? Eres, er, везде. То же самое. Да, вот поэтому. Возвращаемся туда. Да. Еще раз Слата спрашивает, Анатолий отвечает. Откуда кофе? Слата спрашивает. De donde es el café? El café
Es de Колумбия. Прекрасно. Теперь Анатолий спрашивает, откуда макароны? Я сейчас запишу, как будет макароны. Будет los macaronas. Макароны. Как мы заметили, оно во множественном числе, поэтому es не подойдет. Подойдет son. De donde son los macarones? Прекрасно. И? De donde son el es macarones? Los macarones. Donde son? De donde son los macarones? Прекрасно. И как ответить? Как ответить? Los macarones. Los macarones son de. Предполагаем из Италии, да? Как сказать? Италия. Еще раз. Los macarones son de Italia. Perfecto. Bene bene. Tutto bene. Todo bien на испанском. Все хорошо. Todo bien. Todo bien. Все хорошо. Todo bien. На итальянском tutto bene, на испанском todo bien. Хорошо. Как спросить тогда, Злата, откуда пиво? Да, помним, пиво будет la cerveza, да? Как спросить, откуда пиво? De donde es la cerveza? Еще раз повторим. Правильно. De donde es la cerveza? И Анатолий отвечает. La cerveza. La cerveza es de Armenia. Alemania. 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 La cerveza es de Alemania. Perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ajá. Как спросить? Теперь Анатолий спрашивает, откуда. Los tulipanes. Uh-huh. De donde son los tulipanes? Uh-huh. И отвечаю. Los tulipanes son, потому что они, да? Son. Uh-huh. Los tulipanes son de Голландии, как будет? Ага, сейчас мы. Голланда. Tulipanes son de. Son de Holanda. Holanda. Ничего, вы потом повторите. Странно, не важно. Это самое главное глагол, да? Tulipanes son de Holanda. La cerveza es de. Откуда? Правильно. Хорошо. Дальше теперь.